Всем привет, дорогие мои, с вами Конна Ваня, проект Фаберлик Онлайн. В этом видео будет 4 коробки заказа и будут попадаться VIP-новиночки каталога номер 7, который будет действовать с 7-го, 7-й, вернее, каталог, и он будет действовать с 08.05 по 28.05. Новинок, конечно же, куча. Ну что ж, будем все открывать, искать в каталоге и так далее. Красота. Так, тут у меня и акции, я смотрю. Не только новинки, но еще и акции. Так, бюстгальтер. Очень мне понравился бюстгальтер Balconet. Классно поддерживает именно мою возрастную грудь. Мне скоро 40 лет. Размер 85С. Артикул 504-144. Очень нравится этот бюстгальтер. Еще раз повторюсь, он классный. Он суперский. Вот так он приходит, чтобы чашечки не смялись, чтобы ничего не смялось. Он поддерживает грудь, он ее приподнимает. Грудь очень красиво смотрится. Мне очень понравилось. Тут снизу 3 застежки, лямки регулируются, растягиваются, что очень хорошо. Они очень упругие и так далее. И, конечно же, я заказала как VIP-консультант с 70% скидкой себе вот такую вот кружевную красоту. Просто невероятно красиво. И мне он очень-очень понравился. Тут косточки такие мягкие, приятные. То есть ничего не давит. Очень комфортно носится. С превеликим удовольствием просто. Вообще просто красота, очень аккуратно, красиво, минималистично. Ну, конечно, если какая-то легкая, сильная ткань, конечно, кружево. Его, к сожалению, ну, видно вот эти бугорочки, он не совсем такой гладкий, а бугорочки немножечко видно через какую-то тонкую ткань. Но если с какими-то кофтами, майками, то хорошо смотрится, прям великолепно. О, Господи, сколько у нас с вами новинок будет. Так, все, вот это все мне пока недоступно. К сожалению, вот это ничего я не заказала. Мне ничего это не пришло, дабы протестировать. Но мне пришли носочки еще по VIP-у. Где-то они тут, наверное, есть в каталоге. Вот такие вот клевые носочки. Опять-таки, на сайте было объявление, что коллекция задерживается. Не успели нашить или что, непонятно. Но носочки реально суперские. Размер 36-38, артикул 820-643. Чем мне нравятся носки в компании Faberlic? Они просто идеальны в своем исполнении. Вот у меня есть одни кроссовки, и они высокие. Вот тут вот в этом в подъеме они высокие. Мне немножко натирают, поэтому вот такие беленькие, заниженные, грубо говоря, как у меня муж любит говорить, не до носки. Я ношу со всеми кроссовками, кроме одних. В остальных просто вот шикарно. И вот эта вот модель мне безумно нравится. Больше всего, конечно, я расходую таких вот чисто белых носков. Есть еще такие вот носочки. Очень красивый такой цвет. Мятный, приятный. Мне нравится. Как вы видите, в наборе 3 пары. С удовольствием буду носить. С превеликим удовольствием. Следующий тон. Все носки сделаны в цвет к основной модели. В цвет к основной модели. 820-645. Тоже в размере 36-38. Тоже одни белые. Одни с полосочками. Такие вот, да. И пяточка получается бежевая. И одни целиком бежевые. Очень хорошие, качественные, классные, суперские носки. Предыдущие тоже очень хорошо отстирывались. Так, еще носки. Тоже в тон, тоже в цвет. То есть носками мы запаслись с дочерью на целое лето. 36-38 в размере малиновый белый. 820-649 точно-точно такие же. И в размере 36-38 артикул 820-651 цвет лиловый белый. Очень хорошие носочки, очень классное качество. Просто вот, не знаю, вот этот цвет просто обалденный. В прошлом обзоре я еще, или в будущем обзоре, я еще кепочки померила таких же цветов. Ну, очень хорошо смотрится. Качественные и отличнейшие. Далее это автозаказ. Дочке заказала футболку размером 146 с артикулом 532-080. Их я уже вам показывала. Я брала 3 штуки сразу. Ну вот одну отсняла в предыдущем обзоре. И вот 2 пришло, а одна попала в автозаказ. Ну это не столь суть важно. Классная качественная футболочка. Обычная, хлопковая, суперская. Да, так, сколько тут состав-то? 100% хлопок, как вы видите. И мне она прям нравится в том моменте, что оно легкое и кожа прям не устает. Дальше решила я... А, вот еще, кстати, носки. Тоже VIP-новинка. Первый раз на моем канале. 36-38, 820-653. В желто-белом таком вот исполнении. Да, яркое. Я называю желтый цвет цеплячий. Так, дальше. У нас с вами идут купоны. Вот мне уже начали вкладывать купоны. Причем купонов немаленькое уже количество. Целая стопочка, как вы видите. Жалко, что купоны нельзя дарить. Это другая акция. Карточки «Твой бонус», если можно дарить, то купоны, к сожалению, нельзя. Вот эта акция. Это получается, что...
оплатить заказ на сумму от 999 рублей по каталогу номер 6/2023. Это получается с 8 по 28.05. И на один товар каталога в ценах 7, да, то есть уже вот этого 7 каталога, мы сможем с вами забирать продукцию с 50% скидкой из категории уход за кожей, уход за волосами, гигиена, парфюмерия. Это все будет на втором шаге заказа, и будет такой длинный список, длинный выбор. Вот, поэтому не с самого каталога вы будете заказывать, а именно из этого длинного списка на втором шаге заказа. Ну, что могу сказать? У меня просто очередь на эти купоны. Я вам честно скажу, прямо очередь на купоны. И очень много после купонов. Я выбираю их практически все под ноль. Сколько бы у меня не было их, у меня бывает и 100 купонов, и больше у меня бывает. Как-то у меня было 162 купона. И все 162 купона у меня выбрали. И там осталось, ну, немножечко 40 с чем-то купонов. И я заказала для себя там биокапсулы для посудомойки и так далее. Но тут будет декоративная косметика, ароматерапия, парфюмерия. То есть вот ароматерапию я с удовольствием закажу, вот эти вот диффузоры, sparkling lights и так далее, если они у меня вообще останутся. С превеликим просто удовольствием, потому что они стоят 700 рублей, а тут они 100% будут стоить намного дешевле. Такие вот классные купоны, поэтому не забывайте про то, что вы можете радовать своих покупателей и себя. Далее, хочу пройти курс вместе с мужем. Поддержка сна и биоритмов. Очень хороший состав, очень классный состав. Мой врач похвалила. Недавно проходил цифровой форум, и очень много говорили, что вот эта вот поддержка сна и биоритмов людей просто спасала, люди просто оживали, вставали на ноги, у них появлялась энергия. И, конечно же, 156-75, у меня всего одна баночка, и чтобы пропить это, как обычно, всей семьей, надо пить 2 месяца. Это по 2 банки на человека, в общем, надо было еще заказать, но я вот заказала мало, но пока мы начнем, а в следующий каталог продолжим, потому что у меня и так заказов на 3000 баллов. Это продукт с 70% скидкой по программе Faberlic Drive. Я там участвую, была такая акция, я ее выполнила, и 70% скидку я взяла себе иммуномодулятор Forte. Артикул 156-79. Тут витамин С, Д, железо, дигидрокверцетин. Очень дорогущий, кстати, классный компонент. Куркума. Это очень хорошее противовоспалительное действие. Бета-глюканы и биопирин. То есть вот этот иммуномодулятор Forte, его можно пить, не бояться, вот как мой доктор сказал, это со слов моего доктора, конечно же, пить и не бояться, в каком состоянии у вас организм, он вам поможет в любом случае. Поэтому здорово. Дальше, новинка прошлого каталога, ее не было в VIP-новинках, я ее только заказала. Предыдущие зубные пасты, честно скажу, из всей серии Хамигаки мне показались не очень-то и вкусными. Сейчас буду пробовать артикул 2672, это у нас идет Сакура. Очень такая симпатичная пасточка. Угу. Так, мятная. Ну, такая в нос бьет. Слушайте, ребят, вкусно. Мне нравится. Очень приятный аромат, комплексный уход. Термоядерность на, вот если по 5-балловой шкале, на 4. То есть она больше туда уходит, к термоядерным. Ну, неплохо, да, комплексный уход, неплохо. Сакура вкусненько. Есть толики какие-то, немножко привкус, чуть-чуть соли какой-то, но нет, это обычная классическая зубная паста, которой будет приятно пользоваться. Еще я на одну пасту обзор не сделала, но ее нет в наличии, к сожалению. Заказала я себе до того, как поехать в Москву, вот это средство. Очень оно мне понравилось, я заказала 3 сыворотки. И еще одну сыворотку для глаз. Сейчас все прямо вот в Ютубе, в интернете вообще все кишат, в Яндекс.Дзене информацией про то, что нужно сначала на веки наносить сыворотку, а потом уже крем, и тогда будет круто. Так вот, это единственная сыворотка на данный момент в компании Faberlic для глаз, артикул 0975. Я ее заказала повторно, потому что даже если у меня линейка мистки не закончится, то сыворотка должна быть, и тут написано, что можно сочетать со всеми линейками, чему я обрадовалась и заказала с превеликим удовольствием. Так вот, прикол-то в чем? Приехала я на съемки в Москву, да, все вы видели меня на цифровом форуме от компании Faberlic, я его уже выложила на свой YouTube-канал, можете посмотреть. Прикол-то в чем? В том, что мне еще подарили такой же набор, дневной, ночной крем, сыворотку для век. В общем, я буду им пользоваться месяца 3, наверное. Ну, если взять зону декольте, то можно и 1,5 месяца, потому что средства уходят сразу в 2 раза больше. Я не люблю экономить, я знаю что свою норму, я знаю, сколько 40 лет надо мазаться, поэтому вот я взяла... Получается, у меня вот эти 3 сыворотки, еще плюс от компании Faberlic в подарок 4, и вот 5 заканчивается. То есть вот так у меня получилось, поэтому сывороток мне теперь хватит на очень долго. 0,976. Так как я пользуюсь уже 2 недели этим средством, я могу вам сказать, что цвет лица реально улучшился, Какие-то сильные заломы убираются мгновенно. И вот эта сыворотка для глаз, какие бы ни были морщины, когда вы наносите вокруг глаз,
то морщины или в два раза меньше. Вот у меня они полностью сглаживаются целиком, поэтому я довольна вот этой вот Miss Skinny, прям очень-очень довольна. Ну, я вам ее уже очень хорошо показывала, выходила и из Москвы, и всяко разно показывала вам, как она работает. В общем, я довольна. Так, дальше. Была распродажа, она есть и сейчас, но скоро закончится. На втором шаге заказа крем для рук «Жидкая перчатка». Очень редко заказываю кремы, рассказываю вам почему. Но вот эту жидкую перчатку нет сил, как хочется попробовать. Не попробовать, а попользоваться ей. Когда я 8 лет назад зарегистрировалась в компании Faberlic, так вот она уже тогда была. Ее все очень хвалили. И на самом деле она классно прям выравнивает руки, питает, увлажняет, борется со всякими морщинками на руках и так далее. И у нее очень свежий, легкий, классный, суперский ароматик. Артикул идет 2096. Очень редко у меня в заказах, потому что крем для рук у меня идет мало. Это у нас абсолютная новинка. Абсолютная новинка. Это идет SPF крем. Вот он у нас идет. Новинка. Сыворотка для лица солнцезащитная SPF 15. То есть тоже сыворотка. Получается, вот на нее идет описание. Это для слегка загорелой и смуглой кожи она идет. Но если мы с вами наносим сыворотку, а поверх еще SPF-ку, да, вот у меня есть SPF 30, SPF 50, то это будет шикарный вариант, потому что ухаживать за собой в два слоя просто великолепно. Она не только защищает от солнечных ожогов и делает кожу подтянутой, артикул 1379, тут идет еще в составе масло манго, гиалуронат, витамин Е и триголоза. Триголоза, она снижает потерю влаги, что очень даже здорово. Поэтому следующая моя сыворотка, это вот эта. Я думаю, что мне ее хватит на все лето. Ой, посмотрите, какая классная. Так, запах. Ой, практически никакого нет, какой-то легонький, сладенький. В общем, очень приятная сыворотка. Я так понимаю, что в солнцезащитке, если сильно светлая кожа, уже возрастная светлая кожа, то, конечно, надо к ней относиться уже, как вам даже сказать, более серьезно, более ответственно, нежели там, допустим, в 25-30. Поэтому, конечно же, буду пользоваться и перед выходом, и всяко разно буду пользоваться. Понравилось. Цвет, вкус, запах, консистенция очень-очень вкусненько, приятно. Поэтому сыворотка и второй слой может быть, допустим, вот SPF 50, если вы сильно светлокожая, как я, или SPF 30, оба для лица. SPF 50 27-80, SPF 30 27-79. Не могла не тыкнуть в распродаже размягчающий крем-компресс для ног. Очень мне нравится, очень часто им раньше пользовалась, потом как-то вот забыла. Вот так вот здорово. Ножки прям реально клевые. Но на лето, вот за лето я примерно тюбик расходую. Мне его хватает на все лето, потому что еще куча всяких кремов у нас с вами есть. Он содержит 30% мочевины. Запах у него очень такой приятный, легкий, практически его нет. И он эффективно размягчает и удаляет остатки огрубевшей кожи на ступнях ног. Защищает кожу от обезвоживания, пересыхания, делает ее гладкой и нежной. Что нужно сделать? Вообще тут легкое очень применение. После душа и ванны наносим крем на огрубевшие участки кожи на 20-30 минут. Затем пемзой удаляем размягченную кожу. Вот и все. Я говорю, вот на все лето хватает, очень хорошая штучка. Так. Дальше поехали. Такой вот 3+ у нас идет бальзам для губ со вкусом апельсина. Возраст 3+. Артикул 0939. Ну, давайте смотреть. Такой обычный. Ой, слушайте, запах очень яркий, приятный. Так. Ну, он такой хороший, не сильно жирный. Более-менее такой, знаете, золотая середина, твердый. Не оставляет никакого блеска. Значит, запах приятный, вкуса нет. Вкуса нет, поэтому вот так вот. Аннотация в каталоге. Он защищает кожу от солнца, ветра и мороза. Хотя не идет SPF. Тут не указано, что он SPF. Интересно. И содержит натуральные масла и витамины. Вот 4,3 грамма. Вообще всю эту линейку я очень даже заценила. Далее у нас идет очень классная штучка. Это кислородный бальзам для всех типов кожи. Это тоже VIP-новинка. Очень интересный у него тут маленький такой вот объемчик. Я не поняла, это может быть мини-версия 15 мл, артикул 1351. Аннотация такая же, как и со всеми бальзамами. Способ применения: просто небольшое количество бальзама нанесите на очищенную кожу как самостоятельное средство или как под ваш крем утром или вечером. Это я, в принципе, и делаю. Да, это у меня база под крем всегда была. Не пойму, что за уменьшенная версия. Ну, будем смотреть, будем пробовать. Бальзам точно такой же, как и наш обычный бальзам. Не пойму, то ли это замена, то ли что. Цвет, вкус, запах, консистенция ничем не отличается от нашего кислородного бальзама. Ну, маленькая упаковочка, конечно, удобно с собой в дорогу.
Так, артикул 131.51, это наш знаменитый Novastem, голубая кровь, кто как его называет. Далее, зубная моя паста для снижения чувствительных зубов, 16.57 артикул, очень крутая зубная паста, хочется ее постоянно хвалить, но ну уж не в каждом обзоре я буду ее хвалить, а то будет скучно про одно и то же слушать. Мой самый любимый аромат геля для душа, вишневый цвет и хлопок, просто обалденный вкус, обалденный запах. Когда появились большие версии, я была рада, потому что парочку штук заказал и надолго хватает. Артикул 25.47. Две штучки вот таких заказала по акции бонус за покупку. Это тоже на втором шаге заказа. Обязательно смотрите. Дальше. Вот такой вот спрей. Вуаль для интимных зон. Ну, конечно, об этом только в пустых баночках я могу судить, потому что при вас открыла коробку. И до этого я его не видела. Ой, какой-то вишневый аромат. Ну, аромат, честно, не понравился. Вишневый какой-то такой. Я не люблю вишню. Вот честно вам скажу, вишню не люблю. Спрей вуаль, что он делает? Он идет с шелковистой текстурой, подарит коже свежесть, увлажнение, уход, а также оставит на ней невесомый приятный аромат. То есть это для ухода за интимной кожей. И также тут есть микробиом. И за счет стимуляции роста полезных бактерий будет улучшаться микрофлора интимная. Наносите на кожу или на белье. Ну вот, посмотрю, поставлю в ванную. Я так понимаю, это делать нужно после гигиенических каких-либо процедур, не просто так. Набрызгал и пошел. Не написано там, знаете, борется ли он с запахом неприятным и так далее. Ну, аромат такой вишневый, ну и довольно-таки яркий. Дальше, с 70% скидкой я взяла себе лифтинг-маску с антивозрастным комплексом Love Big Miracle, которая запускает режим молодости, моделируя вал лица и подтягивая кожу шеи и декольте. Поэтому взяла две штучки, 70% скидка. Далее. Новинка, абсолютная новинка, тоник для лица, артикул 6740. Вот как раз у меня закончился гиалуроника тоник, и вот на этот тоник я перейду, протестирую и в пустых баночках обязательно расскажу. Да, все вот такие новинки я ставлю на первый план для того, чтобы рассказать поскорее. Артикул 6740, она идет 100 мл. Что она делает? Тонизирует, ну понятно, тоник тонизирует и дарит ощущение комфорта и свежести. Ну, хороший тоник, как говорится. Крем без тоника, деньги на ветер. Запах тоже очень легкий и приятный. Далее у нас с вами появляется 4 вида мыла, но на самом деле это не 4 вида мыла, это 8 видов мыла. Почему? Потому что, смотрите, каждое мыло идет с двумя вкусами. Значит, твердое мыло, артикул 2849, это арбуз и дыня, самое первое. Арбуз и дыня вот так выглядят. Аромат просто натуральный, bubblegum, очень вкусно, очень приятно и очень здорово. Боже мой, прямо... Ой, господи, ребят, это вкуснятина. Ой, как вкусно. Очень вкусно. Прямо очень-очень-очень-очень. Так, следующее, это смородина и черника. Ну, я очень люблю черника кисленькая, конечно. Артикул 2879, смородина и черника. Тоже, видите, два разных цвета вкуса. Это обычное твердое мыло. Так, угу. Ну вот сразу понятно, где черника, где смородина. Тут поярче аромат, тут поспокойнее аромат. Ароматы мне показались совсем даже не химозные. Очень вкусные и приятные. Так, следующий у нас идет аромат манго-папайя с артикулом 2869. Значит, один будет манго, другой будет папайя. Так, ну что ж. Так, манго и папайя. Ой, тоже. Ой, ну слушайте, ребят, очень приятный аромат. Прямо очень. Сейчас еще вот эту водичку с вами будем слушать. Интересно прямо ее послушать. Так, дальше идет четвертый вид. Это твердое мыло. 29-21 артикул. Ананас и лайм. Ну что ж. А тут написано пинеапл и лайм. Интересно мне очень лайм послушать. Так. Угу. Легкий такой аромат. А ананас поярче. То есть один кусочек не сильно пахнет, второй посильнее. И я так понимаю, все так мыло. Ну, приятно, очень приятно. И оно еще будет бонус за покупку. Вот, бонус за покупку, это на втором шаге заказа. Надо добавлять не из каталога. Ну, слушайте, ну супер. Мне очень понравилась эта линейка, вся целиком. Хочется еще заказывать. Очень-очень приятно. Далее, дезодорант для интимной гигиены. Очень нравится. Артикул 1628. Мыло. Ну, как обычно, куча всякого мыла. Когда оно бывает по бонусу за покупку, я его набираю побольше. И мне его хватает порой даже на 2 месяца. Заказала я питательное мыло. Роскошная мягкость с ароматом миндаля. Очень приятное. 300 мл оно идет. Артикул 2873. И также заказала клубничное такое мыло. Смягчающее оно идет. Артикул 2874. И персик
сочный персик, оно идет обновляющее, с артикулом 2872. Очень приятное, клевое, вкусное, классное мыло. Сколько не заказываю, всегда от него кайфую. Прям такая тяжелая, большая упаковочка. Далее еще новиночки получаются. Так, это у нас, я так понимаю, крем для интимной гигиены зашел в компанию Фаберлик. Делают несколько разновидностей, потому что у нас есть и Луника, и этот. Крем-уход для интимных зон. Идеальное средство для бережного ухода за нежной кожей интимных зон. Крем-уход обеспечивает коже длительное увлажнение, дарит ощущение комфорта, а также способствует нейтрализации неприятных запахов. Формула с пребиотиками стимулирует рост полезных бактерий и способствует поддержанию здорового баланса микробиома кожи. Крем-уход обладает осветляющим эффектом, подходит для ежедневного применения. Так, осветляющий эффект, я так и не поняла для чего, но, наверное, нужен. Такой мягкий, очень приятный крем. Очень сильный аромат какой-то горькой вишни. Прямо очень сильный аромат горькой вишни. Ну, такая приятная штучка. Вот не знаю, можно ли его будет после бритья, например, использовать или еще что-то. Это все, конечно, надо тестировать и смотреть. Артикул 28.87. Ну, это только до пустышек. Только до пустышек, потому что только открыла, ничего не пробовала. Все при вас. Следующее, это у нас водичка. У нее очень классная описание, и оно будет опять-таки вставлено после этого моего обзора. Я просто хочу послушать аромат, потому что тот аромат из пробника мне показался таким, знаете, невесомым. Это вода аромадизиак называется. Стоимость у нее 1149, артикул 3082. Она прям вся такая чувственная, пробуждает на чувственность. Очень классная вода. Ну, будем с вами смотреть. Очень красивый флакон. Реально красивый. Тут наклейка идет аромадизиак, а сама вода без всяких опознавательных знаков. Просто водичка. Ну что ж, будем пробовать. Будем слушать. Ну красиво. И упаковка красивая, да? И сама вода очень красивая. Но опять-таки чувствую горчинку. Что-то приятное. Слушайте, да, мне вода понравилась. Она реально невесомая, она не бьющая в нос. Она легкая, изысканная, такая женственная, приятная. И свежесть со сладостью опутанной. Аромат действительно приятный, будоражащий какой-то. Правда, хороший аромат, мне понравилось. Я прям буду им пользоваться с удовольствием. Ну а вишенкой на торте сегодня будет еще одна наша парфюмерная новинка. Она про пробуждение чувственности. Это аромат-провокация с овердозой молекул аттрактантов. Парфюм под названием Amore Dysiaque. Мы уверены, он станет вашим секретным оружием. Итак, в этом парфюме высокая концентрация 5 молекул. Аттракталида, экзальталида, мускона, амбраксупер и романдолида. Эти слова звучат будто из древнего заклинания, не правда ли? На самом деле, все это молекулы вещества семейства мускусов. Аттракталид – очень деликатный, пудровый мускус. Звучит на коже очень интимно, подчеркивая собственный мускус кожи. Парфюмеры его описывают как вызывающий притяжение и зависимость. Экзальталид – один из самых изысканных мускусов, которые используются в высокой парфюмерии. Он раскрывается на коже особенно чувственно. Мускон очень мягкий и слегка сладкий, придает аромату теплые, слегка животные нотки. Амбраксупер – самая яркая из 5 молекул, придает звучанию парфюма глубину. И венчает это созвучие изящный романдолит. Из-за обилия мускусов парфюм не громкий, практически невесомый. Он звучит интимно, так как сидит близко к коже и сливается с ее звучанием. Кроме мускусов, парфюмер добавил Amore Dysiaque деликатное цветочное дыхание самых чувственных цветов – розы и ириса. Пусть Amore Dysiaque станет вашим маленьким секретом – эликсиром, который подчеркнет вашу сексуальность и магнетизм. Так, бонус за покупку. Формула для омоложения. Это крем, формула омоложения 60 мл 2098. Тоже очень хорошенький крем. Прям суперский. Мне он понравился. Он более плотный, чем жидкая перчатка, но питает просто великолепно кожу рук. И запах у него очень такой нежный, легкий, сладковатый, приятный. Дальше у нас с вами вот такая новинка. Это шампунь с очень интересным названием. Где-то он тут был близко. А вот. Вот такая вот новинка. Очень скромно в каталоге представлена. Шампунь-бальзам.
2 в 1, защита от солнца, 150 мл. Что тут есть? УФ-фильтр, который обеспечивает высокоэффективную защиту от негативного влияния ультрафиолетового излучения. Артикул 10.0.82. Он предотвращает сухость и ломкость волос при воздействии солнечных лучей. Кстати, мой парикмахер, который со мной уже много-много лет, она всегда говорит: Аня, бери с собой такие шампуни, бери с собой спреи от солнца. То есть она прям настаивала на этом. Также он обладает кондиционирующими свойствами, делает волосы мягкими и шелковистыми. Это лимитированный выпуск получается. Закончится, кто не успел, тот не успел. Вот. И также нам я сказала, что шампунь и бальзамы 2 в 1, да, они ухаживают, но все равно надо делать маски, надо делать отдельно бальзамы, еще что-то, потому что сам шампунь, он раскрывает чешуйку волоса, бальзам, он ее сглаживает и делает волос более эластичным. Так, давайте же попробуем. Густой. Видите, практически не течет. Запах. Ой, очень приятный запах какой-то сладости. Называется, конечно же, Summer Care, но такое ощущение, что как биомика. Упаковка у него как у биомики, тоже такая клевая и классная. Ну что ж, тоже буду пробовать, буду смотреть, тоже очень-очень интересно. Так, еще один крем, я всех по три штучки взяла. Дальше, одна из моих любимых, вот теперь Queen Ship, розовая мне вообще не зашла, очень сильно не понравилась и даже чем-то оттолкнула. То есть неприятный запах для меня, неприятный аромат. А вот это я прям от нее кайфую. Она такая, знаете, грубияночка водичка. Queen Ship артикул у нее 33-41. Вот фиолетовый Queen Ship я прям заценила. Пользуюсь им. Уже один флакон у меня практически закончился. Так, дальше. Вот такие вот три новиночки. Классные, клевые. Давайте будем с вами смотреть. Первое — это Happy Steps Jojoba Oil с маслом жожоба. Переводится крем для ног смягчающий. Артикул 13.86. Ну, смягчающий на лето — это самое то, я вам скажу. Действительно такой очень приятный, нежный, склизенький, хорошенький такой кремушка. Пахнет чем-то таким, каким-то кисленьким слегка. Второй крем идет Happy Steps Blue Flex. Это у нас питательный крем. Давайте послушаем его аромат. Приятный ли будет ароматик? Так, тоже такой хорошенький. Кстати, ничем консистенция, я вообще ничего не поняла, чем отличается. Питательный, а этот смягчающий. Ну, я так понимаю, одинаковая консистенция, 13.87. Тоже такой, знаете, у него аромат какой-то немножечко морской, что ли. Слегка так немножечко отдает, но не сильный, не сильный аромат. Так, этот крем я использую сюда. Этот такой немножечко полупрозрачный. Значит, снятие усталости. Ага, ну он должен быть с ментолом. Главный ингредиент крема — мята. Ну вот, как говорится, снимает усталость ног, наполнит прохладу легкостью, гарантия комфорта. Люблю такие кремы, которые действительно снимают усталость, потому что бывают дни, когда ты ходишь 50 раз больше, чем положено. Вот мы тут снимали около Москвы-Сити, отель, все вы знаете. И, о, запах ментоловый очень приятный. И вот этот отель около Москвы-Сити, я вам могу сказать, что вроде бы недалеко идти, а 16-20 тысяч шагов. Мы уставали, как не знаю кто. И вот такие кремчики, они очень, кстати, приходятся. Хотя я брала с собой просто крем с аргинином. Он мне как-то больше, лучше помогает. Ну и этот попробую, потом вам в пустых баночках обязательно расскажу. Все понравилось в этой коробочке. Переходим на следующую. Как же без ревизии? Да, Алиса? Как же без ревизии, да? Кошка-кошка. Ты моя кошка-кошка, ревизорра. Ой, смех и грех с кошкой. Так, ну давайте с вами же продолжим. Алиса, двигайся. Так, новинки, новинки. И заказы, заказы. Куча заказов, куча новинок. Так, тут тоже VIP-новинки получается. Новые пакеты выпущены. С артикулом 781-222. Вот такой здоровенный, классный пакет. Ну, слушайте, современно и клево. Что написано на пакете? Заботясь о окружающей среде, мы используем только биоразлагаемые пакеты, которые безопасны для природы. Ну, прям, я вам скажу, супер. Я довольна. Очень классный, большой, здоровенный пакетище. Угу. Так, дальше. Маленький пакетик такой вот попался. Надпись везде одна и та же. И пакеты такие, знаете, неяркие, очень приятные оттенки, современные. Артикул 781-224. Да, в них можно и подарочек положить, и что-то собрать. Артикул 781-226. Такой вот уже, да, побольше. Хорошенький пакетик. Так, дальше у нас с вами идет такой пакетеныш, как я смеюсь. Везде Faberlic Bi Eco 781-223. Ну, хорошенькие. Я бы сказала, что хорошенькие. Сумка.
пляжная здоровенная огромная сумка шоколадного такого цвета, приятного. Ну что ж, распаковала шабаршашный пакет, страшный шабаршашный. Так, значит, размер 28 на 37 на 14 у сумки, артикул 910-403, довольно таки большая сумища. Чем она хороша? Давайте с вами смотреть, чем она хороша. Тем, что, во-первых, сеточка, удобно видеть, смотреть, что есть. Так, во-вторых, тут есть застежечка, чтобы ничего не выпало, если сумка там, например, где-то стояла и опрокинулась. Само отделение вот такое небольшое. Тут есть такой кармашек, с одной стороны, ну, можно увидеть, что тут лежит, с этой стороны, с этой не увидишь. Такая прикольная. Она будет хорошо, кстати, на мой взгляд, стираться в стиральной машине. Давайте же посмотрим, что это за раздел. А тут идет что-то типа холодильника. Вот такого переносного. И сюда можно складывать холодную воду, мороженое, какие-то уходовые кремы, чтобы они не перегревались на солнце, спреи, чтобы было приятненько, да, прохладненьким, например, этим же спреем Axiology сбрызнуть лицо. Также можно класть какие-то с собой перекусы, какую-то воду, еду с холодной водой положили, оно будет очень долго набирать тепло, прямо супер-мега сильно долго, и получится то, что вы можете покушать свежую еду прямо на пляже. Также сюда можно и положить санитайзер. Мне очень нравятся вот наши санитайзеры, которые вот от BSE особенно идут, у них очень приятный аромат, они ухаживают. Также тут есть отдел, ну вот под всякую мелочь, тоже сеточка довольно-таки крупная, грубая, крепкая. В общем-то, зачет. У нас уже есть где-то одна такая сумка, и я могу сказать, что она очень сильно износостойкая и классная. Чем? Тем, что она удобна. То есть сюда мы сложили использованные сырые полотенца-купальники, а сюда мы кладем все, что нам не нужно. И также сюда можно, кстати, сырые купальники потом, когда все съедите, положить, чтобы оно не промокло и доехать до дома сухим. В общем, идеальная сумка, комбинировать можно как угодно, как хочется. Я довольна этим приобретением, скажу вам честно. Жалко, что только в одном цвете. Хотелось бы такую, например, белую, там какую-то красивую, зеленую и так далее. Дальше, смотрите, вот у меня, я коплю на подарки, божечки, как его достать. Так, давайте перевернем коробку и вытряхнем, если вытряхнется. Не хочет. Во, еле вытряхнула. Это у нас с вами для VIP-консультантов с уровня серебра в отдельном разделе на втором шаге заказа с артикулом 600-793. Кейс для презентации, но его можно использовать как сумку. Он реально хороший. Размер 37,5 на 27 на 15. Чем он мне нравится, я его уже много раз показывала в обзоре, но это было давно. Поэтому там, например, новые подписчики его 100% не видели. Те, кто видел, конечно, можно перемотать. Во-первых, такое вот огромное отделение под документы. Оно просто, видите, огромное. То есть сюда легко войдет каталог. Вот он, видите, там даже утонул, получается. Это классно, это супер. Во-вторых, он идет, тут вот ручки. Ручки застегиваются, расстегиваются. Вот эта застежка не потеряется, то есть все продумано. Она хорошо очень приделана. В-третьих, его можно носить на плечах, как рюкзак сзади, чтобы спинку выпрямить, да, чтобы осаночка была, ремешки внутри. В-четвертых, он очень такой твердый, он не мнется, то есть вы в нем не помнете никакую продукцию. В-пятых, в общем, больше не буду считать, он еще и чем хорош, тем, что вот это вот с обеих сторон можно открывать, закрывать, когда мы его ставим, поворачиваем, то есть мы можем с обеих сторон что-то открыть, закрыть, что-то сбоку взять, не обязательно целиком вот это вот открывать. Дальше пойдемте. Тут очень суперское, шикарное отделение. Сюда тоже может войти даже целый каталог. Вот смотрите по размеру, чтобы было понятно. А все, можно сказать, изолировано друг от друга, да, два таких вот классных здоровенных кармана. Дальше идет тоже приделанная, мы ее не потеряем, такая вот сеточка. В эту сеточку тоже можно все, что угодно складывать, так как все представляют размер каталога. Буду сегодня вам показывать, сколько тут места, то есть тут много войдет. Даже стоя каталог войдет, то есть таким образом застегнуть. Очень удобная сеточка. Шикарно. Я беру эти кейсы на подарок своим любимым, дорогим VIP-консультантам. Дальше. Та-дам-да-дам. С другой стороны сеточки. Тут могут быть все, что угодно. Пробники, кисти для макияжа. То есть все, что хотите. Сюда можно вставлять. Она тоже на липучке. Это очень длинная, прям длиннющая. То есть до самого дна верхний кармашек и до самого дна нижний кармашек. Классно? Классно. Вот это ремешок, на который можно вешать бьюти-кейс на спину. Очень удобно. Не хочется вешать, пожалуйста, куда-нибудь положили, дабы не потерять. О, тут еще и
тугое, да, видите, такое отделение. Положили, чтобы не потерять. Дальше тут идет прослойка. Вот это, в принципе, можно потерять, но очень удобно, она идет с ручкой. Угу. И дальше вот такие вот составные части, очень супер современно, клево и классно. Чем? Тем, что их можно переставлять так, как вам хочется. То есть вы что-то сложили, и вам надо поуже немножко. Достаете отделение и делаете настолько уже, насколько нужно вам. То есть вот так. Ну, у меня тут под наклоном получилось. Или пошире нужно, да, вам? Пожалуйста, достаете и делаете. Очень удобно, очень классно. Все вообще переставляется. Можно эту штучку большую достать и поменять местами, и тут что-то состроить. То есть это бьюти-кейс-конструктор. Суперский, который можно носить в руке, если он слишком тяжелый, на спине. Тут можно каталоги, пробники, продукцию какие-то, парфюмерные воды наставить. Все, что хочется вам. Очень удобно, классно. И такие вещи я дарю своим консультантам, кто сделал... Ну, довольно-таки дорогастая штучка, да, и кто выполнил какие-либо условия и так далее, я дарю такие бьюти-кейсы. Вот, такая красота. Дальше с вами поедем. Тяжеленная очень коробка. Что тут, я не знаю. Открываем. А тут у нас, ну, тут новинок не будет. Это футболка. Вдохновляю на лучшее, темно-синего цвета в размере XL. Это я заказала своему мужу. Вы уже ее видели несколько раз. Она просто синий такой, темно-синий, классный оттенок. Прямо мужской-мужской. Я бы вот такой носить не стала, а мужу нравится. Размер XL, 92 хлопок, 82% эластана, артикул 826-746. Когда он ее надевает, вообще нисколько не видно, что эта футболка женская. Обычная футболка, она идет унисекс. Я бы так сказала. Дальше, трое носочков. Женские укороченные носки с артикулом 820-655. Тоже мелькали в VIP-новинках. Такие у меня уже, по-моему, даже были. Такое ощущение, что это или переупаковка, и оно встало как VIP-новинки. Но такие носки у меня уже были. Очень нравится. Износостойкие, ничего с ними не делается. Так, дальше еще одна новинка. Это тоже VIP-носки с артикулом 820-647. Ой, боже мой. Парфюм мне очень нравится, классно раскрылся, такой прям интимный аромат, прикольный, с какой-то такой ягодной горчинкой, классный. Ну, такие классические носочки, укороченные, симпатичные, клевые. Вот тут, кстати, полосочки есть на полосатых, да, еще вот вдобавок. Они такие, как будто темно-синие на камеру, а в жизни они практически не синие, только вот эти вот полосочки, да, синенькие идут. В общем, хорошенькие. Ничего так, ничего так. Далее, тут это все не мне. Это у меня заказали. И по 5 штучек я заказала себе. То есть, получается, влажно-туалетная бумага. И детская, и взрослая. Она там до самого дна идет. Тут целая коробка влажной туалетной бумаги. 0+, с депантенолом. Артикул 30-401, детская, 0+. Очень нравится, клевая, классная. В путешествиях, в дороге у нас будет очень много путешествий. Поэтому из этой коробки себе я заказала аж по 5 штук. Всех, и взрослых, и детских. Потому что они используются даже как влажные салфетки. Просто шикарные. Так, и взрослая туалетная бумага. Тоже 0%. Вся туалетная бумага смывается. Она идет биоразлагаемая. Можно дергать в унитазе и смывать. Дерматологически протестирована. Она содержит аллантоин. Если тут депантенол, да, 40 листов, кстати, в упаковках тех и других, то тут аллантоин во взрослой. Значит, 40 листов. Очень нравится. Свежесть такая в течение дня. Здорово и классно. Очень удобно. Классно туалетная бумага. Артикул 304-2.0. Она была по бонусу за покупку с хорошей скидкой. У меня ее просто все заказали, все мои знакомые. Потому что они говорили: Аня, мы видели, ты хвалила бумагу. Мы видели скидку. Я говорю: ну да, скидка была. Каталогов заказала 5 штук, потому что все больше и больше меня просят посмотреть каталог. Люди приходят. Ну, в общем, эту коробку я разбирать не буду. Придут, кому сколько штук, сами наберут. Ну и следующая коробочка, да, которая вот там стоит, там просто еще 3 бьюти-кейса. Я кое к чему готовлюсь и заказываю, заказываю и заказываю. Таким вот образом. Ну все, мои дорогие, всем пока-пока. С вами была Конова Аня и проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео.